Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее стихотворение называется «Человек наоборот». Я отдыхаю на войне, топлю я грусть свою в вине. Я человек наоборот, шагаю я всегда вперед. Гуляю ночью, а днем сплю. Я это не всегда люблю, не часто в жизни мне везет. Я человек наоборот, я без жены и без детей. Во второй части своих дней жизнь никуда моя идет. Я человек наоборот. Вот такая жизнь. Спасибо.